Это на самом деле вид современного натюрморта. Вот такой угол, да, и та композиция, которую вот сейчас вы можете использовать, это натюрморт. Просто он не рисуется кистью, а рисуется светом, потому что фотография переводится как рисунок светом. И это очень интересно, потому что на самом деле, какая получится фотография, зависит от миллиарда факторов. Зависит от того, что мы фотографируем, где, когда и кто это делает. Потому что если даже у вас одна и та же раскладка, но будут фотографировать разные люди, это получится совершенно по-разному. И самую важную роль фотографии, так как это рисунок светом, играет сам свет. И многие фотографы, они, чтобы не зависеть от солнечного света, чтобы можно было вечером или ночью фотографировать, они это делают специальным освещением. Когда я использую вспышку, я снимаю у окна. И поэтому, особенно зимой, световой день очень короткий, и у вас есть буквально несколько часов сделать это или уже не сделать сегодня.